В целях недопущения возникновения пожара в развлекательных центрах, торговых домах и рынках Министерство по чрезвычайным ситуациям РК провело республиканскую акцию «Неделю Каупсес Сауда». Прошло профилактическое мероприятие и в Акмолинской области. На территории региона действует 51 объект массовой торговли. В рамках акции персоналу точек массовой торговли разъяснили технику пожарной безопасности и порядок действий при возгорании. Кроме того, проверили соблюдение важных правил, в том числе наличие средств пожаротушения и открытия аварийных выходов. Отмечается, что за последние несколько лет случаев подобных пожаров на территории области не было. Однако в масштабе республики нередко появляется печальная статистика. 16 июля. В городе Алматы произошел пожар на рынке Мизам. 17 июля в городе Астана загорелся торговый дом «Ажар». В целях недопущения подобных примеров проводится тщательная профилактическая работа совместно с местным исполнительным органом, Национальной палатой предпринимателей «Атамикен», волонтерскими организациями, блогерами и средствами массовой информации. В рамках акции на территории области специалисты более 200 раз выступили в средствах массовой информации, в том числе в социальных сетях и радио. Кроме того, проведено 230 инструктажей, около 30 сходов, охвачено более 2000 человек, роздано более 1000 агитационного материала. Проведены на все объекты корректировки оперативных планов и карточек пожаротушения данной категории. Также проводятся пожарно-тактические учения на крупных объектах. В заключение еще раз хотелось бы напомнить гражданам нашей области соблюдать меры предосторожности и правила пожарной безопасности. Безразличность наших граждан к пожарной безопасности приводит к большим последствиям, крупным материальным ущербам, в некоторых случаях и гибели людей. Также за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность. По словам специалиста, основная причина пожара в местах массовой торговли – короткое замыкание из-за перегруза электропроводки. Усугубляется проблема устаревшими сетями или подключением в одну розетку нескольких приборов. Александра Гауэр, Эльмира Успанова, Павел Соловьев, Алишер Шакубаев, Кокши-Акпарат.